Документы об окончании курса подготовки в этом году получили 14 специалистов. Это представители промышленных и оборонных предприятий, а также ресурсоснабжающих организаций. Каждый из них по окончании учебы написал и защитил аттестационную работу. Их темы самые разные – от внедрения элементов бережливого производства до совершенствования управления и планирования на предприятии. Основная цель данной программы – обеспечение организации предприятий в нашей области высококвалифицированными специалистами, которые обладают актуальными текущему времени знаниями и навыками. Программа пользуется повышенным спросом как в сфере промышленного производства, так и у представителей других сфер. Отметим, за несколько лет работы программы в регионе в ней приняли участие более 200 предприятий. Переподготовку прошли свыше 600 специалистов из разных городов и районов Тамбовщины. Свои бизнес-проекты разработали и защитили представители как промышленного сектора, так и сферы образования, здравоохранения и культуры.